Ребята, всем доброе утро. Я сейчас готовлю, у нас уже, можно сказать, обед. Ну, сейчас половина 12-го. И я готовлю сейчас борщ красный на обед. Борщ буду делать с грибами, шампиньонами. Это зажарка у меня. И здесь у меня варится курочка. Я уже кинула только что капусту белокочанную и картошечку порезала. Бульон делаю из курочки, куриное филе. И вот сейчас зажарочка, еще буквально минутки две. Сейчас добавила томат. 2 минуты и буду добавлять в бульон. Поставлю таймер. 2 минутки и все. Здесь у нас Максик отдыхает, да, Максик? Максик, ты со мной готовишь борщ, да? Ты молодец, кот. Так, мы сейчас пообедаем и собираемся пойти покататься на велосипедах. Лика пока готовится к экзаменам. Или к какому ты готовишься? Русским? К русскому, да. И... А завтра у вас электив... Ой, в понедельник, да, у вас электив? В общем, Лика сейчас готовится, и мы попозже, где-то через часик, пойдем покатаемся на велосипедах. Пока я делаю себе укладочку, крашусь. Всем приятного аппетита, ребята, кто кушает вместе с нами. Лика! Лику не дозваться. Лика там проходит тест по русскому языку, и ее не дозваться. Миланке борщ пока остывает, она смотрит мультик. А Лику зову-зову, и никак. Мы вышли на прогулочку, а у нас идет дождик. Пошел дождик, но Лика на самокате. Прям такой сильный дождик, но мы зайдем тогда в магазин. Ну, прям начинается такой дождик. Сейчас забежим тогда в супермаркет куда-нибудь и будем надеяться, что дождик остановится. Да, Лика? Да. Не могу догнать Милану. Так быстро едет. Миланка на велосипедике. Ты где тут сзади? Мы сейчас с Ликой поедем в Фикс Прайс, поднимемся. Нам нужно купить шнур, или как он называется правильно, в общем, велосипед, чтобы припарковать, чтобы его никто не угнал. Ликин был от Ликиного велосипеда, но мы не можем найти его. В общем, сейчас забежим. Знаю, что точно в Фикс Прайсе продается. Будем надеяться, что он там есть. Да, Лика? Да. Мы, по-моему, тебе тоже в Фикс Прайсе, да, покупали тогда? В общем, сейчас зайдем быстренько в Фикс Прайс возьмем. Лик, может, ты сложишь его? Хочу. Что ты вытащишь? Так легче. Же... А? Так легче. Легче? Потом мы тогда Миланку отведем на детскую площадку, пусть поиграется. Пока пройдет дождик, мы как раз купим продукты. И будем надеяться, что дождь закончится. Ну что, Лик? А? Это не он. Нет? Ну, почему-то я так и чувствовала, что его не будет. Точно нет. Да вообще должны быть здесь только Лик, если. Ну, пойдем глянем. Кстати, привезли вот эти вот шары воздушные со светодиодной гирляндой. Редко они бывают, но попадаются. Где Лика? Ну что, Лик? А? Нет? Плохо. В общем, в Фикс Прайсе не оказалось. Сейчас зайдем в другой магазин. Может быть, там будет, не знаю. Но если не будет, я не знаю, куда его припарковать. Так же ты не оставишь его, правильно? Нашли мы с Ликой только такой. Покажи, Лик. Какой-то кодовый замок. Вот такой. Берем такой. С Ликой сегодня выбирали прически на выпускной.
И нужно будет на днях с Ликой потренироваться. Скорее всего, я буду делать сама Лике прическу. Но это не точно. Но в любом случае хочу потренироваться. Потому что на маникюр-то мы записались. А прическу, с прической мы как бы еще не определились. То есть в салоне будем делать или попробую сделать я. В принципе, ну, я думаю, что я смогу. Но не хотела заморачиваться. Думала, пойдем куда-нибудь в парикмахерскую и там сделать прическу. Но мы обошли несколько салонов, и что-то нам не хочется, в общем, делать прическу, не видя ее ни на фотографии, ни на сайте. А поэтому, ну, прийти и как бы в этот день сделать прическу, вдруг это не то, что нужно, ну, как бы не очень хочется. Потому что я уже как-то говорила во влоге, у меня уже такой как бы опыт был, когда я собиралась на свадьбу, записалась в парикмахерскую, они по телефону сказали, что да-да-да. Нет, кстати, не по телефону, я приходила в парикмахерскую, говорила, что мне нужно. Они сказали, да-да-да, конечно, без проблем, все сделаем. Я записалась, пришла по времени, буквально там за полтора часа до свадьбы. И, в общем, меня подвели, не смогли сделать то, что мне нужно, начали делать какую-то ерунду на голове. В общем, я встала вся расстроенная из кресла, ушла. В общем, больше не видя ни фотографий, ни на сайте причесок, я уже не записываюсь. У меня, конечно, в Пятигорске был свой мастер, мне очень нравилась девочка, как она делает прически, но как бы я, когда собиралась на свадьбу, это было в Пятигорске, я 100 раз пожалела, что как бы я у нее спросила, говорю, Лен, ты можешь делать вот то, что мне нужно, объяснила, она готова, нет, я не заморачиваюсь этой прической, но она очень шикарно просто красит волосы, делает укладку, я имею в виду, ну, стрижки делает очень хорошо и вытягивает волосы, может накрутить, вот это просто вот идеально. Но мне хотелось сделать какую-то такую прическу, я хотела из кос сделать. Она говорит, не, я косы не плету, я нет. В общем, она говорит, давай сделаем просто тебе укладку красивую. Ну, что-то я захотелось мне тогда на свадьбе какую-то другую прическу, а не просто там локоны или выпрямить волосы. В общем, я пожалела 150 раз, может и больше, что я не сделала у нее просто-напросто укладочку. А пошла в другой салон. Потом вернуться к ней уже у меня просто не было времени. И я уже дома быстро-быстро, что смогла, то и сделала. И, в общем, пошла без настроения на свадьбу. Без той прически, на которую я рассчитывала. Поэтому на выпускной, конечно, уже хочется что-то потренироваться. И, скорее всего, вот мы с Ликой сегодня смотрели, выбирали прически. У нас есть 2 варианта. И нужно будет, может быть, даже завтра потренироваться, посмотреть. Нам нужно еще кое-какие аксессуары купить для волос, потому что есть прическа, которую Лика хочет, которую мы вроде так выбрали, как бы и ей, и мне понравилась причесочка, и мы хотим попробовать ее завтра сделать, но нужны аксессуары. Я не знаю, посмотрим, может быть, завтра выйдем в магазин. Я, в принципе, видела такие аксессуары в магазине, и, в общем, завтра, наверное, мы выйдем и посмотрим там эти штучки разные, интересные, красивые. И завтра, наверное, потренируемся с прической. Так что вот такие вот дела. Маникюр Лика, кстати, уже выбрала, какой она хочет примерно дизайн. Покажет мастеру, и я думаю, как бы, что с маникюром проблем не будет. Многие, кстати, пишут насчет того, что зачем заморачиваться, 9 класс, еще будет в 11 классе выпускной. Ну, неважно, в 9-м, в 11 классе хочется это выпускной, хочется именно заморочиться, именно подобрать и платье красивое, и туфли, и прическу, и маникюр. И, в общем, выпускной не каждый день бывает, поэтому в 11 классе это будет другой выпускной, это вообще будет уже выпускной, как бы. Выпускной, то есть уже все, в школу не вернешься, уже будет институт впереди. А сейчас 9 класс закончился, переходим в 10 класс. Такой же выпускной, поэтому хочется и прическу красивую, и платье, и туфли. Поэтому мы все выбираем. Ладно, пойду я монтировать видео. Так, Лика монтирует видео. Лика, что, закончился концерт по РУ ТВ? Mm-hmm.
Мы с Ликой сейчас, ну, я так бегала туда-сюда, смотрела, то монтировала. Пару ТВ в прямом эфире был какой-то концерт. Не знаю точно, как называется, но концерт очень интересный. И пока я смонтировала видео, уже сейчас ушла Лика, выключила телевизор. Закончился концерт. Ты тоже, да, уже все? Завтра выходной, да? Коллективов нет? Ладно, ребята, на этом наш влог сегодня подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем спокойной ночи. И всем пока-пока. Это там. Где-то там видео. Всем пока-пока.